Звездочка и печенька — это танки? Ну, типа того. Не бейте, пока пусть он наверх всех заведет. На пол звездочку. Поднимайте их наверх сразу. За друзьями побежал. Угу. Томас, у тебя ловушка. Да я... Тут пока нет. На пол звезду. Блять. По меню. Кто умер, вставайте, бегите, там, если что, на входе рыба еще осталась. Вор, там поосторожнее влетай. Да я перехват и вихрь дал вообще. Садочка. Я тоже так умею. Я поклялся, что ты умрёшь, а плеть будет разбита. Сука. Я закончу то, что начал у тесновки последней надежды. Чё, за два часа пройдёшь, а? Да, я думаю, да. Должны быстрее, еще два часа, это много. Да, у меня всего две хаски. Короче, второй, по-моему, про центру нет. Да ебаный шашлык. Лехлас, что ты жмешь так мало? Ну, блять, я вроде мало жму, но все равно умираю. СЛК трэш был придуман для варов. Да. Че, Рюш? И коконы, видимо, тоже для варов. Так трэш же, чё нет? Я только одну обезвредил, если что, прям приходит. Вторую не увидел. Без ГТ. Без ГТ. Лесби, красавчик. Это не я. На меня напулили просто. Да я так и понял.
Куков первых сливайте. Томас, а почему ты рогаликом пошел, а не ДП? Да плохо. ОД надо. Рогалик, блядь. ДК все равно не дамажит, типа я. Ну, блядь. Кушайте рыбу, давайте бафы. Еще одну рыбу. Какой-то щенок. Каску бы поваром. НТ будет у нас левочка. Ты Глор задонил, что ли? Нет, сейчас забыл. Ты с первого рейда сразу забрался Глору? Получается, два раза я там был. Первого раза не упал, второго... На пол, на звезду. Ключи на баф, на... Череп — это куда все сбегутся после того, как мы босса. Лес бешо. Лут поставь. Чар душа покинет. Что-то не хватает. Быша не хватает. На пол на звездочку. Лесби на первом вихре даже бомжей. За спину все в черепок сбежались. Ну тай не стоит, блять. Во фрейм встаньте все, кроме хантов. Шипы сбили. Ханта, сбейте шип. Я себе. Разбежались, лесби бомжей. Милики, кто не инвалиды, можете бить. Канта прохильте. Канта лук стоит. За спину забежались. Бревень, стань поближе к нам. Вот, по кому серии кидаешь? Не по кому. Давай по Альфред постоянно. По ханту. Почему ханту, а не роги? Ну да, или роги. Ну не знаю. Не надо же не знаю. Хорошо. Разбежались, лу бомжей.
Это мой первенец, назову его Антуан. Я понял, что мне не хватало. Это там земли кто-то стоит, если можешь. Вес. Тебя уже целка собрали? Да. Есть места или что-то? Да фул вроде. Кто ДС ролил, подойдете, кинете черепковый обмен. Вы здесь потому, что наделены особым... Танки тяните там. Могу. Вы понимаете, что на мир пало проклятие... Да, там 2 по 97 кинули. Мотай бы... Дарбер и мутай. Рерол, наверное, делать надо. Да, рерольте. БР и мутай. Они вообще в дискорде? Милики, от звезды, от звезды отойдите. Бейте. От звезды играют только РДД. Рерол, да, делайте. Да, рерол. Барбер и мутай. Воет, оттягивай к себе звездочку потом. Барбар, кто побежит. Кто остальные побегут, мобы заберешь их турбойс. Я после трэша тебя отдам, окей. Череп на леди. Ой, блять. Милики, не подходите к звездочке. Драгма, я знаю, что это бое, но я указывал именно боешный шмот, а не... Что типа боен ролл. Про ДС ничего не говорю. Да вот старший лежит, забери. Если yeah. Нужно, буду на замену этот. Я в нашем сижу. Угу. Где? Вот это боен. Что происходит? Вот, забери на себя звездочку. РДД по звездочке играем. Че, вчера такая же хуйня была. Хер меня кастует, блядь. Все дом, блин, бежит. Блять. Еще и спиздили. РДД по звезде играют. Вот, забирай печеньки на себя. Вика, как ты умерла? Понял. Там же написано. Поднимите хули пала, а потом... Не пуляйте пока трэш. Беги, малышка, беги!
У Масенхи есть, да? Да, есть. Пулять сразу второму Б. Значит, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Войд справа, турбой слева. Друид, сова. Сова, то бишь, и рестер друид на контроле. Лоб тоже, фиря, если что. Так, там кто-то умирал на трэше? А, да, точно. Есть у кого-то еще танк-аспект на всякий случай? Маги, поставьте стол, пожалуйста. Подобрати, пожалуйста, чтобы с левого моба крайнего не убивали. А, да, и Хант... Вэл, смотри, сзади моб, который с лестницы будет выходить, на пулю его, на Вол. Окей. Я говорю за квест. БР, у тебя вроде танк есть, про... да? Он про квест, Равана. Сейчас квест, вот видишь, я сейчас подойду шамандать, вот тотема поставлю. Отсюда выйдет хуй, ебать, который надо отвести, ебать, в сторону, и чтобы мах его там отсылал, блядь. Ну это да, я вот поэтому танк и спрашиваю еще одно. Ладно, хуй с ним, короче. Элим, давай, короче, сделаем так. Я его стаунчу, отведу на этот, на лестницу. Ты там его пока в жабе подержишь все время, окей? Плюс-минус поставь, если услышал. Ну я и так скажу. Окей. Пуляйте тогда, сейчас отчёт. Квеста взяла. Контролить не забываем. Дайте лапку при стабах по рогалику. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Дурнована, главное, не светит. Блять. Не-не-не, рано ты это слишком. Короче, держи его в контроле, если что, я проносить, я стану. Сова, дай БР по локу. Ты не в сил противиться моей воле. Прибыл по локу, дали. Контроль 2 секунды. Снять контроль, ключ. А, да. Блять. Дроновон, отойди. Не убейте. Дека. Не убейте. Отойди, смотри, БРБР, отойди, короче, на лестницу и дронова нас оттяни туда. Куда трэш, идите, покажи, сливайте. У него. Сейчас убьют. Угу. Сова, давай БР по Волману. Шаман, сам вставай. Красиво. Да ёб твою от меня. Лезвие у тебя есть ли чё танк, если мы его пойдём? Окей. Сова, давай БР по Волману. Чё там сохнет? Дайте БР по танку, по второму. По половину. Сова, Сова шкока БРила. Контроль сейчас будет. Драйн, я вижу другое. Перебафните паладина. Контроль ДЦ. Мах, какому-нибудь обновите на дарнование, блядь. Ну да, маговый постов, шамана мучишь. Трэш. Дарнована оттяните, главное. Трэш слейте. Вы сразу не влетайте, потому что танк не особо сильный, как бы загроз. Мы...
танк, который слева отойдет чуть-чуть, заявил саму. Стрелайте быстрее могу. Рогу законтрольте. Рог все в меня впихал. Блять, дроном уже почти нет. Стопайте по боссу, сейчас трэш сольете, потом переведете. Трэш. Быстрее сливайте, главное. Контроль 5 секунд. Если Дарнована в овцу пару раз превратить, она ему хп не отрегенит? Отрегенит. Пара. Отрегите его в овцу. Оттяните Дарнована на лестницу, ДК, любой. Маг, иди его в овцу преврати. Охуенно. Приводите босс. Первый забирает вор. На него на пол. Быстрее, быстрее приводите. На пульте на звезду и Геру давайте. ДК-шку контрольте. ДК контроль. Геру дайте. А вот было. Сводите в центр. Не держите там. Дух не лезет. Не спусти его. Пускайте, Геру. Гордован там, алё. Дарнована, главное, отведите духи Мелизона. Были. Лу, стой контроль его. Думаю, босса и без тебя убьют. Бать, вы прикалываетесь ко мне. Вот, иди забирай там 400 кг на трубу. Завцуйте еще раз Дарнована. Да там озноб у танка висит. Подожди, блядь, завцой нахуй. Ну и толку ты кинул ее, блядь. Чтоб порегенить. Слова дух. Вы за духами-то смотрите, не взрывайте их. Контроль. Лок за контроль. Вот, иди забирай, леди. Так еще. Как спадут, забирает двоечку. Контроль, приготовить. Не в сил противиться моей воле. На все воля, господи. Дайте ему срез. Вик, беги на лестницу, бери квест. Там еще есть. А, уже походу не засчитает. Чем масреза нет ни у кого? Ладно. У меня тут спрашивают про ЕП. Она будет или нет? Ну, Войт сказал, что нет, типа, народу мало. А дальше? Пусть. Если рейд хороший будет, если человек 8 с гильдии зайдет онлайн через часа 2 и будете доносить, то будет ИП, посмотрим. А если нет, то нет. Рейд по ролу. Бэр, смотри. Черепу дашь обмен, я дам ДС.
Дайте там трэш бейте. Сейчас 2 минуты отойду, пока вот там трэш бейте. Там бой по виза мобов двух. А чё, трэш? Все хуй забили или чё? Бейте, хули вы не бьете его. 100 человек 5, если чё. Чего там на корабле сидите нахуй? Бомбу-то не было, не знаю зачем вы бить начали. Дебилы. Вот и начали. Четыре плюса в пушку. Еще один плюс в пушку. Ну, вы поняли. На нашем корабле останешься лесби, ты побьёшь трэш. И я с трубой тогда на нашем тоже останешься. Войд на тот полетаешь. Берем джетпаки все. На баф на пул. А, и этот, ДК, который ДС выиграл, кинь обмен черепу. По ДК. Дайте кулак, да, по ДК. Вика, здесь остается Волман. Еще раз РЧ. Не, нихуя. Лесби готов, нет? Дай пристабав, блин. Лесби, ты на нашем остаешься, сливаешь трэш. Все остальные летают. Вар. Первая пати. Прием. Ну. Все, принимаю. Все, слакну. Начинаем. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Коркрон, взлетаем. На пулу, пожалуйста, не жалейте на зеленого танка. Да, кстати, Вэл, останься тоже на нашем корабле, на пуле и на волну. Вы видите, что это там вдалеке?
боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! РДД, сливайте бока мобов на том корабле. Вперед, звездочки, если что, никто не летает. Замените шамана в пушке. Один или любой кто-нибудь. Слезьте туда. Да. Полетели все на тот корабль. Слили мага и обратно. Но мага быстрее сливайте, что у него хп очень обрывается. Обратно перелетаем. Вот, лети уже туда. В этот раз мага и дальних. Первого мага слить, потом дальних и обратно. Кто-нибудь замените третью пушку. Обратно перелетели. Можете с корабля прыгать, вас все равно на наш вернет. Рудру, дай БР по ветру. По ДК второй хоть. Рибар по ДК. На тот корабль полетели, только мага слили. Мага слили и обратно сразу. Тогда шаман сливай, тут трэш, я на тот полетел. Вот, перелетаешь. Мага и дальний. Дальний быстро сливаем и уходим. Перелетаем обратно. Прилетели на тот корабль. Только мага. Обратно прилетели.
Прилетели на тот корабль. Чисто мага сливаем и уходим сразу же. Пушка потом выйдет. Прилетели обратно. К сундуку никто не подходит. Волю будут ролить топ-5 и 150 кафтрэш. Куплю истерию. 500 голд. Да. Обмен звезде. Ставлю рыбу, кому надо кушать, и после этого запускаю. Рыба возле черепа. Такой скромный вопрос. Ролл по времени? Получается, сейчас 4 босса убьем. Убьем тухлого, разролим лут. Потом после воли. Угу. Дайте каску по ханту. Будет, старайся давать лужу, короче, под трэш, чтобы они все в мили-зоне. Бомжей с пола, да. Первая звездочка начинает на него напу. Вставай куда хочешь. Вот где черепок встанет, еще похуй. Рано бомжи как-то позвал. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля Лича? Трэш все свечнулись. Трэш.
Блять. Любой из миликов подтяните в милизону мобов. Луну печеньку. Тяните мобов. Лес, куда бомжи? Нету. Похуй, любой другой ДК, дайте бомжи. У меня последние остались. Похуй, что ДК. Пошлите дальше. Откройте кто-нибудь портал. Томас, это боешь разве? У меня просто аддон выключен, но пацана ты нам показываешь, что это боя. Я так хуй знает, что из этого. А тогда это первое. Не, Лу, в таком гире АДК слабо бьет здесь. Серьезно, он должен больше давать. Ну, типа, Фроста он все равно не сделает. Вперед, поехали, трэш. Не, ну там чешка, джинрок. Я говорю за то, что АДК... рядом не стоят с ФДК, ну то есть будь они там бисовые оба. Ну не знаю, имея бисового на циркуле АДК, один фрост я только перегнал. Но у меня на циркле есть ФДК почти бисовые. Но у меня анхолик. И меня там никто не перегонял тоже, именно из анхоликов. Ну, типа, хрен знает, они слабенькие там. Типа, ты при том, на каком бите играл? Ну, раньше X300 был, потом X100. Не знаю, я про X5. Блять, две одинаковых печеньки выпало, вообще несправедливо. За анхолика играть неинтересно, в три кнопки просто. На пульте на войда. Печеньку.
Просто ну так такой себя отходит. Где, блядь, бое? Не понял. Отдайте бурстыл, кого есть. Энергичный ряд по ХП поднимает. Мне интересно, у нас ДПС, наверное, на Лану не хватит. Почему нет? Я столько ДПС не видел, просто посмотреть. У нас 11 человек, 10 тысяч, выше 10 тысяч. Ну можно будет попробовать, если в принципе топить никто не будет, то можно. Второго мобаток сразу не пульните, который возле профа стоит. Сколько у тебя сколько залутал? Три, да? Три из четырех, да. Дай гим на хп, дай или быстрее. Сова, дай БР по растер-друиду. Медикал вок. Захил. Ага. Шаман, вставай сам. Меняемся бусами. А, красиво. Вот этого, кстати, пулить не обязательно было. Танки спужили. Вообще, да, не надо было. Не знаю, зачем вы его спулили. Это ДК пет пулю, а не танки. Ну, прыгнул падает, прям на него. Так танки могли отвезти подальше. Турбойс, дай по-крыске этот диван. А, он... По кому-нибудь, кто живой еще? Уже не надо. Я за стеной был. Эти хилы, если собаку не забьют... Нормально. Никто не встает, там вас масресу. Блин, долбоёб, Томас, бегите. Драгма, у тебя же есть масс-рез гильдейский? Да? Сейчас, подожди. Поднимите или сам вставать? Я хуй знает, ни разу не пользовался. Ну, ты сам встал. Я уже вижу, что он поднимает масс-рез. Вряд ли сможет.
хотели давать на вонючки. Давайте рыбак, о, рыбу даже как поставил нихуя. Кто бы это мог быть? Че, мажоры что ли? Я сам в шоке. Маржи. Тресните вы, да, он там лежит далеко. Дайте ребаф. Танки как готовы будете, блять? Крест не надо пулять. Да, бля, все бегут. Отдайте бурсты мне. Пусть забирает. Эллин Дэггин на вход. Блять. Ты че? Сорвал, блядь. Да на бутылку сел. Тогда я бы не издавал таких звуков. Леху сейчас цепануть, отойду на минуту. Ловушки будем снимать? Да, пан идет направо, крыска налево. Только не снимайте их, а взрывайте. Зачем робот нанят для этого? Ну, боешки тоже нужны. Робот, блядь, зачем для этого? Сейчас пробегают. Ну это да. На пульте на звезду. Где, блядь, деньги? Какую звезду нам пулит, не понял. Ну, бля, воет все время звездой было, я не знаю, почему он сейчас... Меня напуливай, я же звезда, блядь. Ноль денег, просто ноль. А после 40 разве не боешка этот был? Ну, одна боешка это такой. Ну, хоть что-то уже. Лучше, чем ни одной. Ну да. Томас, у меня забагался эта хуйня. Короче, поставь вот сюда, вот где я прыгаю, эту метку. У тебя вроде ассист есть? Томас. А мальчик по истерии будет кидать, нет? Ну я так войду все под вопрос. Ну тут второй где-то воткни. Ну то бишь все бы знают, да, то что одну спору в трусы, другую в печеньку, одна в миле. На баф на полорче. Вика, поставь ауру от тьмы. Лу. Все так собрались. Все готовы танки пулять. Отчет бы для потов. Отчет для слабаков. Геру. А вы так будете там в куче стоять, алё? Да, РДД, встаньте в раньше, хули в куче-то все стоите.
Разойдитесь между собой. Одну печеньку, другую в трусы. Одна мелизона. Сбежали, сердце не стоим. Хант, нужно сбегаться на спору, а не после того, как она прибежала. Точнее, еще. В рейндж встали. Не стойте, блять, так близко, друид. Прохил метки. Одну в печеньку, другую в трусы. Сбежали, сердце. Все, разбежались. Мальчик из стерильной кинь. А че это мальчик? Не девочка же. Скажите, молодой. Одна мелизона. Все, квадрат останется. Череп, блять, вынеси в трусы быстрее. Паника. Понял. Все, я понял. Не успел. В принципе, должны успеть. Поражались, Вика, дай мастера. Сейф. Гимн на ХП, дай Лин. Но это результат того, что вы не стоите в рендже. Волману сейв дайте срочно. Дай зубы по Волману. Я давал на ДК уже. Зачем тебе сейв? Он еще не вдохнул даже ни разу. Ну, вообще-то он чуть не умер, когда у него оставалось 10% хп. Но это проблема хилов. Ничего не знаю, упал бы. Короче, ладно, потом поговорим. Вот ханты, как бы раньше можете встать? Хан, ты можешь назад отойти и оттуда стрелять? А пенек посередине встать. Встал бы, не чтоб хила туда поставить. А вы уверены, что крит хп есть, а? Споры. Одну мелизону вынесите. Сбежались на споры. Забираю его. БР не титанка. Сова БР по Волману. Рибаф по танку как станет. Прохил. Анта поднимите по ХП. Хилы, хильте лучше. Убежал. Споры. Хильте меня как последний раз. Споры разбежали. Ну ладно, стоит им плохо вообще. Пробуем, может так было. Друидай полез бы. А, там стоп. Ну все, уж падаем. Нет, только не меня, блядь, спасибо. Нет, слишком больно. Ну там деф нужен хороший и вовремя. Не тогда, когда ты босса может, забрал без стаков, а когда босс начинает дыхать, третий стак, вот тогда надо дефы отдавать. Второй, третий, первый и без стаков должно захиливаться. Ну я типа могу потанчить, если надо. Че вы бегаете? Да, помогай, че будем здесь изгаляться, что ли? Вас средства никто не сможет? Да, да, могу.
ДПС мало, да. Ну, можно сделать по-другому, чтобы сэкономить ДПС. Еще раз. По-другому можно сделать, чтобы ДПС экономить. То, что сбежаться на первые споры, потом на вторую, третью не... Потом вообще не сбегаться. Ну, Когда идут второе дыхание, там до конца берсея остается 20 секунд. Что привело тебя сюда? Мы сейчас должны всем рядом стоять в центре. Когда споры на нас кидаются, мы еще стоим. Пропадают, дают хороший отхил. Да, я знаю. Смотрите, короче, тогда сделаем... Потом, встаньте потом все в рейндж. Кругу, и только потом дается гера. И больше никто никуда не сбегается до самого конца. Десятка, блядь. Короче, сбегитесь, встаньте все на рейндж. Вот, на первые споры все сбежимся, после этого РДД хилы разойдете по своим точкам. Чтобы они понимали, где стоять, а то там все в куче опять будут стоять и попиздить все. Наверное, этот челик не шарит про губительный газ. Это до первых споров мы понятых этих бревотин, блядь, все под боссом стоим, получаем споры, блядь, отхиливаемся, разбегаемся по кругу и все, и до конца босса бьем тупо. Пора останется, пожалуйста. В курсе про губительный газ?